Мы внимательно следим не только за тем, что происходит в Тюменской области. Благодаря видеоприветам, которые каждый день присылают в нашу программу, мы получаем свежие новости со всего света и можем увидеть, как живут люди в других странах. Прямо сейчас свежее видео из Германии. Хотела бы с вами поделиться сегодня красотой, показать, как невероятно атмосферно встретил наш городок в этом году свой первый адвент и как он продолжает сиять, несмотря на локдаун и на сложившуюся сейчас ситуацию. Наш городок единственный в этом году, который решил сделать рождественский рынок на земле Баден-Вюртемберг. И это не может не радовать, потому что замечательное настроение создают именно вот эти запах печенья, запах вкусной выпечки, рождественский рынок с его разнообразием игрушек. Дети радуются искусственному снегу, так как настоящий очень редко появляется в нашем городке. Уличные музыканты играют свои новогодние песни. В воздухе витает праздник.